Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый инвестиционный проект RXWIN. Может, кто-нибудь помнит, и я думаю, что многие помнят, что в феврале, где-то, в начале зимы, были такие проекты, и неплохо на них мы зарабатывали. Проект стартовал буквально там пару часов назад. Народ, как говорится, начал регистрации, пошли, естественно. Ну и депозиты. Значит, вот ланч дата, старт дата 29.10. И что у нас здесь? Тарифные планы. Минимальный депозит здесь от 53 икс. Будет работать 3 дня, и за 3 дня он нам принесет вместе с телом депозита 40%, и это на выходе будет 73 икс. После открывается депозит за 153 икс. Вот после пополнения, как мы активируем, откроется за 53 икс. Ну, вот таким вот образом. И за 150 принесет 217 3x, ну и по нарастающей. Значит, что здесь? Телеграм-канал у них есть, рекомендую присоединиться. Ну и все такое, даже еще не регистрировалась. Сейчас все будем делать в режиме онлайн. Можно sign up или регистр, без разницы. Давайте пройдем регистрацию. Логин, email, пароль, повтор пароля. Здесь у нас что? Здесь мы выбираем страну, разгадываем капчу и зарегистрироваться. Я поставлю на паузу, заполню все данные, после продолжу. Я заполнила все поля, кликаю зарегистрироваться. Так, и нас встречает такая вот памятка. Давайте все переведем на русский и прочтем. Так, в разделе «Мои настройки» вам необходимо сохранить адрес кошелька 3x для получения выплат. В целях безопасности вы получите код для каждой выплаты по электронной почте. И прочесть обязательно вопросы-ответы. Ну и все такое. Логин. И сразу я попала в кабинет. Сразу нас встречает реферальная ссылочка. Опускаемся ниже, идут инвестиционные планы. Давайте сразу пополнимся, а потом пройдемся по кабинету, по меню. Так, что нам нужно сделать? Значит, видим, я только зарегистрировалась, как бы еще мои настройки. Так, ага, вот депозит. Это вкладочка депозит, это вывод депозит. И прописываем 53x сумму. Буду пополняться с Тронлинка. Кликаем далее депозит. Перебрасывать на PayCassa. И копируем. Нужно вот депонировать 52x. Скопировала. Перехожу на Тронлинк. Send. Вставляем. Обязательно проверяем адрес. Next. 52. Send. Все. Я пополнилась. Возвращаюсь. Иду в мой аккаунт. И монеты уже прибыли. Видим 53x. Далее
опускаемся ниже, и я покупаю. Эти тарифы нам недоступны. Доступен только первый план. Ликубил купить. Yes. Все. Пополнение, депозит. И через 3 дня будем проверять на вывод. Ну, давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, здесь я вам все показала. Здесь идет статистика, здесь планы. Это все можно просмотреть. Значит, мой сеттинг. Настройки, значит, у нас здесь что? Нужно что у нас? Прописать адрес кошелька. Копируем адрес, куда будем выводить. Вставляем и сохраняем. Ага, код еще на почту должен прийти. О, одноразовый код. Вот он, этот код. Значит, при каждом нашем действии нам будет приходить одноразовый код. Сохраняем. Все, я кошелек свой сохранила. Здесь почта, пригласитель. Далее что идет у нас здесь? Будет отображаться наш план, который отработает. Здесь будут отображаться наши партнеры. Здесь наши транзакции. Даже переведу на русский. Так, рекламные инструменты. Пожалуйста. Какие надо. И часто задаваемые вопросы. Также это можно все прочесть. Я уже не буду все это зачитывать, что у нас здесь. Через 3 дня мы получим 73x. Теперь открывается 100, план за 150x. Если вы активируете план за 153x, план 53x также снова откроется. Через 3 дня план 103x заканчивается, и вы получаете 217,5x. И так далее. И далее тоже. Что здесь у нас? Что такое риск? Как начать зарабатывать? Сколько я могу заработать? Сколько так, так, так? Что у нас здесь? Далее. Так. Могу ли я реинвестировать? Нет. Мультиаккаунты, кстати, запрещены. Имейте в виду. Так, сколько занимает вывод? От 1 до 5 минут. Минимальная сумма депозита вот 53x. Меня интересовала минимальная сумма вывода 33x. Ну и далее прочтете. Так, ну и поддержка, контакты. Что у нас здесь, если надо кому что написать? Пожалуйста, кому интересно, заходим. Проект только-только он стартовал. И на старте можно всегда заработать. Я обожаю такие проекты и с удовольствием зашла. Всем удачи, всем пока!